Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня вам расскажем отличную новость. 13 августа на канале «Россия-1» состоится показ нового четырехсерийного сериала «Второй шанс». По сюжету мы увидим Анастасия и Оля – лучшие подруги, которые однажды познакомились с двумя приятелями Андреем и Кириллом. Последний впечатлил обеих девушек, но его выбор пал исключительно на Настю. Они стали встречаться, а потом Кириллу поступило предложение всей жизни, и он был вынужден уехать в командировку за границу. Благодаря поездке он серьезно поднялся и стал богат, но не забывал про любимую. И когда дела устаканились, пригласил ее к себе. Однако у Насти внезапно заболела мама, чем незамедлительно воспользовалась корыстная Оля, поехав к Кириллу вместо нее. Она сообщила ему, что его суженая не приехала, потому что уже давно встречается с другим, а его держала в качестве запасного варианта. Кирилл от досады женился на Оле, а Настя, узнав об их свадьбе, ничего не оставалось, как принять предложение Андрея. Так прошло 10 лет. У обоих пар появились дети, а бывшие подруги уже давно не поддерживали связь. Кирилл с Андреем по-прежнему оставались на связи, ведь у них был общий бизнес, который здесь свел Андрей. Однажды Кирилл возвращается из затянувшейся командировки, чтобы окончательно осесть на родине. Он надеется, что их общее с другом дело обеспечит ему безбедную старость. Но оказалось, что весь бизнес уже давно переписан на Андрея. И все эти годы он инвестировал в чужой проект. Узнав об этом, Оля сразу же от него уходит к богатому иностранцу, оставив с детьми и долгами. У Насти тоже не все так гладко с Андреем. Ведь недавно тот ей изменил, и она решила забрать сына и жить отдельно. Премьера сериала состоится 13 августа на «Россия-1». Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!